Друзья, я всех приветствую на канале Ренат Строит. Буквально некоторое время назад я ездил на Framer Fest, на фестиваль строителей каркасного домостроения. Вот, и там проходила битва своебойщиков. Сегодня в выпуске вы ее и увидите. Сам Framer Fest покажу вам чуточку позже. Приятного просмотра, друзья. Строительная компания «Строймотик» выступила организатором первой в России битвы своебойщиков. Это конкурс профессионального мастерства среди бригад, которые возводят надежные фундаменты на железобетонных сваях. Участие в мероприятии, которое прошло в Калужской области, приняли 16 своебойщиков из Москвы, Тулы, Тюмени, Чебоксар, Иваново и Петропавловска-Камчатского. 8 команд из разных городов России встретились недалеко от города Серпухов, чтобы показать профессиональные знания и умения в строительстве фундамента на железобетонных сваях. Компания «Строймотик» первая создала мобильную своебойную установку, с помощью которой стало возможным возведение свайнозабивного фундамента в частном домостроении. Специальная строительная техника была разработана в качестве альтернативы тяжеловесным и крупногабаритным копрам, которые применялись на промышленных объектах и не были приспособлены для работы в тесных жилых зонах. Кроме того, их транспортировка и использование наказывалось очень дорогостоящим мероприятием, и возведение фундамента на железобетонных сваях в секторе индивидуального строительства было экономически неоправданно. Техника «Строймотик» полностью решает проблемы логистики и доступности этой строительной технологии. Фундамент на железобетонных сваях сейчас становится все более популярным за счет своей надежности, скорости монтажа и долгого срока службы. Битва своебойщиков – это уникальное в своем роде мероприятие. Таких форматов еще не проводилось. Профессионалы-своебойщики сразились в трех дисциплинах и показали свои умения в разметке свайного поля, точности и скорости забивки. Кстати сказать, мероприятие останется не только в памяти всех участников. На месте соревнований вскоре будут построены два дома для базы отдыха. Надежные фундаменты под них возвели участники битвы. Организатор битвы, компания «Строймотик», обещает повторить соревнования в следующем году и провести его с большим размахом. Кстати, победителем битвы своебойщиков 2022 года стала команда из Петропавловска-Камчатского. Ну что, друзья, вот такой интересный и увлекательный выпуск у меня получился. Я думаю, вы со мной согласитесь. Напишите, пожалуйста, в комментариях свое мнение. На этом мой выпуск подошел к концу. Хочу вам пожелать всего самого наилучшего, крепких и теплых домов, не болеть, не ловить всяческих вирусов, мирного неба над головой. Вы были на канале Ренат Строит. Я Ренат. Пока-пока.